На продовження випуску в ефірі актуальне інтерв'ю. І говоримо про те, як карантин вплинув на малий бізнес і чому його представники чекати більше не можуть. У нашій студії Наталя Ешанкулова, підприємиця. Отже, Наталю, мої вам вітання у нашій студії. Перше питання. Ви власниця бізнесу. Розкажіть коротко, якого саме, як довго ви цим займаєтесь, аби наш глядач зрозумів, хто у нас у гостях. Я представитель малого бизнеса, занимаюсь этим с 2009 года. Продаю в основном мужскую и женскую одежду в своем небольшом магазинчике. У меня есть один наемный сотрудник, и вот в таком формате, вернее, был наемный сотрудник, був. Да, был, тобто к сожалению. Він підпав під скорочення, чи звільнили, як це, що відбулося з вашим працівником? На даний період времени малий бізнес в тих условиях, коли він не розуміє, він вже, як і я в тому числі, відкриємося ми після окончання карантину чи ні? То есть каковы будут последствия после окончания этого карантина? Потому что многие из арендодателей до сих пор выставляют нам какие-то эксплуатационные платежи, просят оплатить какую-то часть аренды. А так как мы не занимаемся предпринимательской деятельностью и вынуждены просиживать дома, то и погашать эти платежи мы не знаем чем. Ну и опять же таки нас предупреждают, что возможно будет еще следующая волна коронавируса уже осенью. То есть и мы опять не понимаем, готовы ли мы войти в эту волну. Может быть сейчас легче пересидеть, подождать, но хотя бы остаться с товаром и отказаться от аренды, которая на данный период времени нас тянет вниз. Ви вже частково відповіли, але більше розлога хочу почути, як саме карантин вплинув на вашу сферу діяльності. Тобто з самих перших днів ви були змушені закритися, спілкування з орендодавцями, наскільки я розумію, на поступки пішли, не пішли? Наши арендодатели, преимущественно те люди, с которыми мы работаем уже много лет, я общаюсь со всеми предпринимателями, поэтому отвечаю как наши, да? Они идут в основном на уступки, и они понимают, что с нами происходит. Но опять же таки, им нужно платить налог на землю, налог на коммерческую недвижимость и другие поточные расходы оплачивать. При этом переложить полностью на нас эти расходы они не могут, они нам говорят: ребята, так как вы у нас арендуете, так как ваша одежда, ваша обувь или просто ваши какие-то там, ваш товар находится на нашей территории, и вы его оставили у нас на хранение, то будьте добры хотя бы хоть что-то погасить нам. А в ответ у нас получается, при том, что мы понимаем эту ситуацию, мы объясняем, что у нас такая ситуация, нам нечем платить. И почему так произошло? Я, может быть, очень жестко скажу, но нас правительство, когда уже пошла эта волна коронавируса в остальных государствах, когда в странах, и когда нужно было как-то предупредить, ребята, у нас это может то же самое произойти, то есть как-то подготовьтесь, нас успокаивали, убаюкивали, говорили, что да, все нормально, это какой-то вирус с короной на голове. А потом в итоге мы в свою очередь потратили все заработанные деньги в сезон зимний на закупку товара на весенний. И многие до копейки потратили, потому что это наш сезон как раз начинался. Мы потратили все деньги, и нам говорят, вот в воскресенье каждый из нас остался практически ни с чем. И уже в среду нам говорят, вы закрываетесь. Многие из нас ушли домой, то есть рассчитывая на то, что у нас каждый день какие-то кассы, что-то, какая-то живая копейка есть, то многие из нас просто пошли с пустыми карманами в этот карантин, ушли. Вот. И нам, получается, нечем помочь нашим арендодателям, и у нас сейчас очень сложная ситуация. Поэтому мы обращаемся к государству и обращаемся к нашим чиновникам местного уровня. Те налоги и те, которые вот, они могут уменьшить сейчас, либо на период действия карантина вообще убрать, просим это сделать сейчас. И пойти таким образом не только нашим арендодателям на встречі, но і малому бізнесу. Це все цепочка. Дивіться, влада зараз достатньо, скажімо, гучно обіцяє підтримку для малого бізнесу. Чи претендуєте саме ви на цю підтримку? Ви знаєте, мені, вони, може бути, це дуже громко заявляють, але це все зроблено через, не побоюсь цього слова, там, враження, через пень-колоду. Тому що для початку вони говорять, давайте ми вам поможемо, у кого є діти, до 10 років.
Я хочу обозначить, что средний возраст малого предпринимателя от 45 до 65 лет. То есть мы понимаем, что там, наверное, они этих детей очень строго как-то ограничили. Во-вторых, если у человека даже и есть ребенок, да, и он занимается малым бизнесом, неужели этот ребенок меньше нуждается в помощи, либо его родитель меньше нуждается в помощи, если он старше, чем 10 лет? Ну, как так? То есть, получается, сразу какие-то ограничения и сразу какая-то недопомощь, что ли. Потом далее у них там идет какая-то помощь. Они, кстати, сделали, нам отменили единый социальный взнос за март и за апрель месяц. Да, это помогло, но все же в глобальном понимании этой помощи не пришло, потому что вначале нам сказали, что нам на законодательном уровне отменяют аренду, а потом, видно, возмутились наши, кто-то как-то возмутился, да, поэтому у нас получилось так, что уже в марте это отменяют, уже в апреле уже другое что-то голосуют, и мы уже обязаны оплачивать аренду, но не более потребляемых налогов, вернее, но не более налогов, которые производит арендодатель за март, апрель, по налога на недвижимость, на коммерческую недвижимость и на землю. Вот. Якщо про торгівлю в інтернеті, чи, ну, скажімо так, в вашому випадку це можливо? Ну, конечно, сейчас массово и до карантина есть такие прям ресурсы, интернет-ресурсы, которые очень успешно работают, и есть магазины, которые наряду с осуществлением своей деятельности там через магазины, они продают это еще вот так вот через сети как-то, через интернет. Но тут мы тоже сталкиваемся с тем, что действительно модница навряд ли будет заказывать, например, платье или ту же обувь, которую нужно у каждого свой подъем, например, для обуви, через интернет. Да, это можно попробовать, но это можно в основном покупать через интернет что-то недорогое, то есть то, что не жалко будет, если оно как-то там не подошло, выбросить или... Або подарувати. Або подарувати, да. Добре, наскільки я знаю, у четвер ви плануєте провести якусь акцію. Більш детально, що це за акція, кого плануєте залучити? Це акція протесту малого бізнесу против насильственной фискализации. Об этом мы уже говорим уже более года, о том, что нас обязывают независимо от оборотов, от ведения нашей деятельности, устанавливать кассовые аппараты и все остальное. Это будет акция против арендных платежей, но не совсем против арендных платежей. Мы просим, предоставьте какие-либо льготы нашим арендодателям, они в ответ смогут на законодательном уровне сделать для нас какие-то поблажки по аренде. Не какие-то, а отмените арендные платежи полностью. Тогда и арендодателю будет легче с нами вступить в обратную взаимосвязь, и нам будет легче уже выйти на работу и работать как-то. То есть мы это еще просим. Потом мы просим пойти навстречу и местные власти. Для них мы сделали отдельное письмо, где мы просим снизить на период действия карантина и на посткарантинный период, снизить налог на землю, налог на коммерческую недвижимость и единый налог для малого бизнеса. Так что это за акция? Где она может отбутися? Она будет вместо сбора метро. Это Запорожское шоссе, если не ошибаюсь, 73. Потом далее мы будем двигаться за машиной, которая будет идти впереди колонны. Мы уведомили уже все городские власти о том, что будет проходить такой автопробег. Мы будем двигаться в направлении мэрии. Там мы попросим представителя мэрии выйти к нам, забрать наши обращения. То есть это будет всего лишь открытая дверь одной из машин, там, где из двери высунется рука и отдаст это обращение. Мы далее поехали, чтобы никому не доставлять никаких неудобств по движению. И потом поедем в областной совет. Наскільки я розумію, щось подібне вже відбулося у Запоріжжі. Які результати, скажімо, цього автопробігу? Если говорить, вот вы так хитро с Запорожья начали. Значит, на самом деле у нас это общеукраинские акции протеста. Они начались на самом деле не только с Запорожья, но еще с Одессы. То есть одесситы это в основном наши поставщики, это оптовые рынки. Мы же понимаем, что, о чем там идет речь. То там собралось вообще 500 машин. То есть если мы в Днепре говорим, что мы соберем там около 60 машин, то там было 500 машин, и вы представляете, что это за пробище было из машин собранное.
там все нормально, на самом деле проведен автопробег был на очень высоком уровне. Далее потом Харьков проводили, Прилуки проводили, и вот Запорожье, им, к сожалению, выписали админпротокол. Но админпротокол почему выписали? Потому что когда вот стоял организатор акции, и к ней подошли журналисты взять интервью, а журналистов на самом деле было очень много, они подошли брать интервью, и им уже вменили протокол, что собрали вокруг карантин, людей, да, карантинные... Порушение карантинных заходов. Заходов, да, поэтому... Вы до этого готовы? Мы будем, во-первых, мы проинструктируем всех наших участников автопробега, чтобы они не выходили из машины. Если выходили, то в перчатках и в маске, и стояли возле своей машины, ни с кем не общаясь. Ну и следующее, конечно же, когда у нас будет общение с прессой, а я надеюсь, оно будет, то мы будем просить, чтобы, конечно, вот оператор, например, журналист и спикер, все, то есть вот так, чтобы ограничить, чтобы нам потом действительно не вменили этот админпротокол. Ну и залишилося кілька хвилин, можете звернутися і більш детально сказати час, коли почне ваша акція працювати. Це метро, Запорозьке шосе 76, якщо я не ошибаюсь, або 73. Собираемся на 9:00. Акция будет проходить с 9 до 10:00. Мы, так сказать, наряжать будем наши машины в соответствующие там атрибутику, то есть мы будем просить с нашими гаслами. И что еще можно сказать? 9:00, а 9:00, далее 0, все, да, бажающие. Да, все желающие, пожалуйста, присоединяйтесь. На самом деле очень важна сплоченность в данном мероприятии. И очень прошу, если будут какие-то провокации, пресекайте их. Мы не хотим этого. Наша акция мирная. Мы хотим привлечь к нашей проблеме внимание, но ни в коем случае не сделать что-то плохое кому-то или как-то. 30 квітня, 9 година. Да. О, абсолютно вірно. 30 апреля в 9:00. Ще раз дякую за розмову наші гості. І нагадаю, що у нас була Наталя Ешанкулова, підприємиця. Залишайтеся на 9-му, пильнуйте себе і хай щастить.